Иногда важно остановиться и спросить себя, что я видел самого красивого в этой жизни. Море, горы, ее, творение гения или, может, рассвет самого важного дня моей жизни. То, что я назову самым красивым прямо сейчас, таким не было для меня еще несколько лет назад. Так неужели красота – это очередная иллюзия? Она манит, делает счастливым, обманывает и вдохновляет. Все, что мы чувствуем, это электрические импульсы, дошедшие от рецепторов до нашего мозга. Так в какой момент этого пути мы понимаем? Это красиво.